Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Сегодня 29 августа 2017 года. И продолжаю свой репортаж о своих растюшках сегодня. И следующая растюшка у меня это Брейзи или же попугай. Мальчик такой уверенный, цвести абсолютно не хочет. Но в принципе мне это сейчас и не нужно, хотя уже выдержан был период развития роста корней и листвы. Вот, какие у него произошли изменения. Вот внутри мы нарастили корешок, сейчас я его полила. Сейчас я водичку немножко уберу, чтобы не сильно отблескивала. Вот такой вот мы нарастили корешок внутри. Он что-то вверх тянется, непонятно куда вообще. Такой, наверное, хочет стволик подпереть, чтобы не падал. Вот. Смотрите, какие корешки замечательные. Просто вот стволик тоже нарастил. Вот. Листики тоже уже нарастил. Ну, естественно, деточный уже он снял, сбросил. Вот еще один намечается. Я уверена, что он тоже отжелтит, потому что здесь корень лежит прямо на листике. Несмотря на то, что тут все заросло корнями. Вот. Вообще. Просто взрыв корней, как я это называю. Вот посмотрите, тут и разветвление пошло. Вот. Все в корнях. Вот, вообще, уже горшочек почти заплел весь. Вот, ответвления всякие там идут, корней. В принципе, я смотрю, ему тоже кокосовые чипсы очень даже нравятся. Мальчик такой уверенный. И вот тоже папоротники тут собираются скоро вылезти наружу. Скоро будет у нас такое вот еще одно болотце красивое. Вот. Наверное, скоро буду водяного заводить. Где бы его взять, этого водяного? Вот. В общем, тоже растюшка замечательно прижилась. Тоже она приехала даже раньше, чем другие растения в прошлом году. Где-то тоже в августе. Кстати, ему уже год. Ура-ура, у нас праздник, мы годовалые. Вот. Но на тот момент он уже был где-то тоже годовалый, скорее всего, где-то годик, а то и полтора было. То есть в общей кипе, если так сложить, ну где-то может года 2,5. Вот. Я просто приплюсовываю там фласочные, деточные, подросшие, высаженные. То есть, и вот все это в кипе, я так понимаю, что ему уже года 2,5, может даже 3. Вот. И уже пора цвести, а мальчик не хочет. Он все, корни растит, растит и растит. Вот вообще какие потрясающие корешки у нас. Сегодня у меня сплошные новости. Корни, 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 листики, листики, листики. Вот. И это очень даже замечательно. Это действительно потрясающие новости для меня. В спешке снимаю видео, потому что уже батарея садится. Может даже уже освещение сейчас выключится. Поэтому сейчас я поставлю все на зарядку, а дальше я продолжу сегодня наш полив орхидеек. Вот, как вы видите, сами я его только-только полила, еще не успел поставить на место его и решила зафиксировать попутно всю его красоту и обаяние на камеру. Поскольку он вообще редко-редко попадает в камеру, я решила снять его уже совсем отдельно. Вот даже корешок вылез уже к надписи. Вот. Показывается во всей своей красе. Ну, а на сегодня вот такие вот новости. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео. Кому мои видео понравились, ставим лайки, комментируем. Вот. И всем желаю отличного дня, хорошего настроения. С вами была я, Сытник Нуна, и мой канал Floral Dream. Всем пока-пока!